Кино и мода, выставка сценических и вечерних нарядов, а также раритетных аксессуаров звезд отечественного кино 1930-х-2000-х годов из фонда Александра Васильева открыто в парадном зале картинной галереи. Платье Любови Орловой, Клары Лучко, Людмилы Гурченко, Майи Плисецкой, Алисы Френдлих, Аллы Пугачевой и других выдающихся артисток, которые стали иконами стиля 20 века, Александр Васильев лично представил на пресс-конференции выставки. В честь события 8-й канал представляет эксклюзив – видеоверсию экскурсии, которую для нас провел сам историк моды Александр Васильев. Куда пропал гардероб Любови Орловой? Какая оплошность сделала уникальным балахон Аллы Пугачевой? Что спасло вечерние наряды времен СССР? Об этом и не только в фильме 8-го канала «Кино и мода». Не пропустите! На следующей неделе в эфире телеканала.